Если о жизни Босха известно мало, то о становлении его как художника мы знаем еще меньше. Принято считать, что он учился у отца или у одного из своих дядей. Но их произведения, в том числе и созданные по эскизам Братства Богоматери, не сохранились. Некоторое представление о стилевых особенностях раннего Босха можно получить, если рассмотреть этот этап его творчества во взаимосвязи с нидерландской живописью XV века. Ее первых и великих мастеров Яна ван Эйка и Робера Кампена к тому времени, когда имя Босха впервые появляется в документах Хертогенбоса, уже лет 30 как нет на свете. Умер и Рогир ван дер Вейден, хотя у его холодновато сдержанной манеры нашлись в Брюсселе продолжатели и последователи, никогда, впрочем, не поднимавшиеся до его уровня. Искусство Рогира оказало глубокое воздействие на Дирка Боутса, на Сотни дней, осевшего в Лувене, и на Ханса Мемлинга из Брюгге. Живший в Генте Хуго ван дер Гус в своих исполненных мощи композициях развивал иной, независимый стиль живописи. При жизни Босха северные нидерландские провинции были далеко не столь богаты и могущественны, как Фландрия и Брабант. На севере не было ни развитой системы патронажа, ни крупных художественных мастерских. Более того, в эпоху Реформации, когда толпы иконоборцев громили соборы, многие произведения ранней нидерландской живописи были уничтожены. И все же очевидно, что в Харлеме существовала весьма известная школа Гергена Тотсинтьянса, а в Делфте два последних десятилетия XV века работал мастер Девы среди дев. Подлинное его имя неизвестно. Лишь несколько алтарных досок было создано в Утрехте, но этот древний город, где находилась епископская кафедра, судя по всему, являлся важным центром иллюминирования рукописей, своеобразие и ценность которых еще ждут своего признания. В отличие от школы фламандской живописи, где мощно доминировал гениальный Рогир ван дер Вейден, в искусстве северных нидерландских провинций не было стилевого единства. Здесь проявлялось большое региональное и индивидуальное разнообразие, однако существовало и нечто общее для всех нидерландских художников. Глубоко прочувствованная, выразительная трактовка эпизодов Священного Писания, а также стремление изобразить мир и человека скорее на основе непосредственного впечатления, а не в рамках общепринятых художественных канонов. Это относится прежде всего к творчеству Гергена Тотсинтьянса и миниатюристов. Поскольку Хертогенбос входил в состав Брабанского герцогства, а собор святого Иоанна является собой вершину брабанской готики, многие исследователи искали истоки творчества Босха в тех традициях, которые были заложены Робером Кампеном, Рогиром ван дер Вейденом и другими мастерами Южных Нидерландов. Поздние произведения Босха и в самом деле отмечены чертами сходства с искусством Брабанда и Юка. Однако его раннее творчество теснее связано с художественными традициями Северных Нидерландов и особенно с искусством иллюминирования рукописей. Среди тех произведений, которые обычно относят к первому этапу творчества Босха, несколько небольших по размеру картин на евангельские темы: «Поклонение волхов», находящееся в Филадельфии, «Эссе Хомо» во Франкфурте и алтарная створка триптиха «Несение креста», находящаяся в Вене. При этом исходят из того, что все эти работы относительно простые и достаточно традиционные по композиции. В
Прекрасное представление о стиле раннего Босха дает триптих «Поклонение волхов». Величавое достоинство волхов контрастирует с порывистым движением младенца Иисуса. Смущенный присутствием пышно разряженных чужеземцев, престарелый Иосиф скромно стоит в стороне, обнажив голову. В этот период творчества Боск еще не владел в совершенстве искусством перспективы, нарушение которой особенно явно чувствуется в пространственном соотношении фигур переднего плана и хлева, чьи дырявая крыша и покосившиеся стены переданы художником с любовным вниманием деталям. На заднем плане справа видны луг, на котором пасутся коровы и тающие в дымке башни города. Камерная, интимная, почти уютная атмосфера поклонения волхов сменяется во франкфуртской версии Иессе Хомо непрекрашенной жестокостью страстей Христовых. Иисус, увенчанный терновым венцом, в кровь исхлестанный бичами, стоит рядом с Пилатом и его спутниками перед толпой словно черви. Диалог между Пилатом и народом передается готическими надписями. Из уст Пилата слышатся слова: «Се человек». Ответ толпы: «Распни его», ясен и без слов. Достаточно взглянуть на враждебные лица и угрожающие движения стоящих внизу людей. Слова третьей надписи «Спаси нас, Христос Искупитель» принадлежат двум донаторам и были помещены слева внизу, но позднее записаны. Как и в триптихе «Поклонение волхов», Босх обозначает язычество толпы странными, причудливыми одеяниями и головными уборами, в том числе и псевдо-восточными тюрбанами. Традиционные символы зла – сова, внешенная головой Пилата, и гигантская жаба, распластавшаяся на щите одного из воинов внизу, призваны усилить безысходную мрачность сцены. На заднем плане – городская площадь. На одной из башен развивается турецкий флаг со знаком полумесяца. Враги Христа отождествляются с мусульманским миром, который в эпоху Босха и еще много веков спустя владел святынями христианства. Но при этом все изображенные на картине здания выстроены в стиле поздней готики, и лишь причудливого вида башня на горизонте вызывает смутные ассоциации с экзотикой чужедальней стороны. В этих двух ранних произведениях Босха явно чувствуется северно-нидерландский характер. Филадельфийское «Поклонение волхов» представляет собой чуть видоизмененную композицию, издавна применяемую в иллюминированных рукописях, созданных на севере Нидерландов. Сходным образом заурядные лица и оживленная жестикуляция гонителей Христа в Иессе Хомо вызывают в памяти нидерландские миниатюры,
посвященные страданиям Господним, выполненные в 20-е, 70-е годы 15 века. Те же типажи, изображенные с искажением пропорций, лишенные объемности и кажущиеся бесплотными под своими тяжелыми одеяниями. В том же стилистическом ключе выполнено несение креста из Венского музея, где повернутая в профиль голова Христа четко выделяется на фоне плотной толпы, состоящей из злорадных зевак и гримасничающих воинов. На щите одного из них изображена уже знакомая нам жаба. Физические страдания Иисуса усилены тем, что гвозди на деревянных колодках при каждом шаге впиваются в его ступни и щиколотки. Это орудие пытки вплоть до середины XVI века часто появлялось на картинах нидерландских мастеров. Духу и стилю старинных миниатюр соответствует высокая линия горизонта и отсутствие глубины на среднем плане. На переднем плане воины истязают нераскающегося разбойника, а рядом его благоразумный собрат преклоняет колени перед священником. Он жаром исповедуется. И этот неистовый накал чувств, прекрасно переданный выражением его повернутого к нам в профиль лица, контрастирует с сонным безразличием священника, едва сдерживающего зевоту. Анахронизмом выглядит само его присутствие. А объясняется оно, по всей видимости, тем, что Босх использовал в этой работе впечатления от публичных казней, свидетелем которых был он сам. Тот же мотив появляется в крупной многофигурной композиции Питера Брейгеля-старшего, написанной почти столетие спустя. Для позднего Средневековья вообще характерно стремление уснастить библейское повествование подробностями, взятыми из современной художнику действительности. Оно проявляется в мистериях и в таких теологических трудах, как, например, «Размышления о жизни Христа», приписываемые святому Бонавентуре. Нидерландские миниатюристы, чтобы усилить воздействие своих работ на верующих, были склонны трактовать евангельские сюжеты как события, имеющие самое прямое отношение к повседневной обыденной жизни. Этот живой интерес к человеку не менее заметен и в другой композиции раннего Босха, хотя написана она не на библейский сюжет. Она называется «Фокусник». Оригинал ее не сохранился, но в Сен-Жермен-ан-Ле имеется точная копия. У выщербленной каменной стены расположился шарлатан. Собравшиеся перед его столом зеваки завороженно глядят, как изо рта одного из них он собирается вытащить лягушку. Лишь юноша, обнимающий за плечи свою спутницу, замечает, что пока фокусник отвлекает внимание, его сообщник, прикинувшись полуслепым, крадет у старика кошелек. Глуповатое изумление, застывшее на лицах жертвы и зрителей, контрастирует с лукавой физиономией остроносого мошенника. Как и внесение креста, Боск изображает героя в профиль, добиваясь наибольшей выразительности. Хотя в фокуснике, как мы видим, заключен и нравоучительный, морализаторский смысл, художников вдохновляла реальная житейская сценка, которую ему не раз доводилось наблюдать. Непринужденный юмор, пронизывающий эту маленькую картину, совсем не характерен для фламандской живописи того времени. Зато легко прослеживаются параллели с работами нидерландских миниатюристов, иллюминировавших рукописи, например, Эверта ван Саундельбаха, активно работавшего в Утрехте в 1450-1460-е годы. Thank you.
Творчество раннего Босха можно отнести к следующей композиции на библейские темы – «Брак в Кане». Сильно поврежденный триптих распятия святой Юлии, где кисти Босха принадлежит лишь центральная доска. Помимо этого, существует несколько работ, дошедших до нас, только в маловыразительных копиях – «Христос среди книжников» и «Христос и грешница». Обе по стилю напоминают фокусника. Среди ранних графических работ выделяется рисунок, изображающий оживленную группу мужчин. Вероятно, это набросок к Эссехому и монументальное, подобное барельефу, положение во гроб. Лишь немногие из ранних произведений Босха более или менее значительно уходят от традиционной иконографии того времени. Но именно в этих редких исключениях предугадывается все своеобразие его последующих работ. Например, образы двух разбойников внесения креста до Босха так не трактовал никто, но еще более непривычно выглядит сделанное на обороте доски изображение обнаженного ребенка, опирающегося на ходунки. Первые неуверенные шаги младенца Иисуса – явная параллель к крестному пути Христа, запечатленному на обороте, а игрушечная мельница или волчок в руке младенца, несомненно, намекает на самый крест. Боск создает трогательный образ Иисуса во всей его уязвимой и слабой человеческой сути, только еще начинающего свой крестный путь на Голгофу. И еще менее традиционная интерпретация евангельского сюжета в работе «Брак в Кане». Картина Босха относится к самому концу первого этапа его творчества. Она плохо сохранилась. Верхние углы доски отрезаны. Головы многих персонажей носят явные следы вмешательства чужой кисти. Две собаки внизу слева были добавлены впоследствии и не ранее, чем в 18 веке. В иллюстрациях Большой Голландской Библии ученик уже упоминавшегося Сауденбальха сцену первого чуда Христа, притворение воды в вино на бракосочетании в Кане, представил как веселое и вполне реальное свадебное застолье. Интерпретация Босха гораздо более серьезна по настроению и несравненно сложнее по заложенному в ней смыслу. Свадебный пир идет в роскошных, богато украшенных покоях, быть может, в таверне, и этот антураж Босх, вероятно, позаимствовал из одной нидерландской пасхальной мистерии того же времени. Само чудо притворения воды в вино происходит в нижнем правом углу. Гости сидят за Г-образным столом, и среди них на почетном месте сам Иисус, за спиной которого висит парчевое полотнище, хотя обычно этой чести удостаивалась лишь невеста. По обе стороны от него изображены донаторы в одеянии 15 века. Рядом с Девой Марией в центре стола в торжественной неподвижности расположились новобрачные в строгих одеждах. Чертами лица жених напоминает апостола Иоанна, каким изображал его Босх на многих своих картинах. По всей видимости, это он и есть. В евангельском тексте имя жениха не написано, но многие исследователи отождествляют его с любимым учеником Христа. Это к нему по окончании пиршества обратился Иисус с просьбой оставить свою жену и следовать за ним на иную свадьбу. По мнению ряда ученых, оставленной женой вполне могла быть Мария Магдалина. Бракосочетание в Кане Галилейской воплощало средневековый идеал целомудрия в глазах Господа, имеющего несравненно большую ценность, нежели плотский союз. Свойственный средневековью дуализм плоти и духа получает в роттердамской картине дальнейшее развитие. Христос и его спутники, не подозревая о том, что на перу присутствуют силы зла, погружены в глубокую задумчивость. Перед их мысленным взором предстает нечто неведомое остальным гостям.
которые пьют и сплетничают. За ними с антресолей наблюдает пьяный волынщик. Скульптурные изображения демонов на капителях колонн, обрамляющих арочный проем, внезапно и таинственно оживают. Один из них целится из лука в другого, но тот уже исчез через отверстие в потолке. На заднем плане слева слуги несут блюда с изрыгающими пламя кабаньей головой и лебедем. Эта птица, бывшая в античности эмблемой Венеры, представлена здесь как символ невоздержанности. Тон кощунственному веселью, происходящему в пиршественной зале, задает стоящий в задней комнате человек жезлом. Вероятно, это хозяин таверны. За ним на поставце видны кубки, кувшины, графины причудливой формы. Одни, например, чаша в форме пеликана, считали символом Христа. Другие, вроде стоящего на второй полке сосуда, украшенного ногими танцующими фигурами, вызывают неблагопристойные ассоциации. Точного смысла, вложенного художником во все эти детали, распознать уже невозможно. В любом случае, Босх, несомненно, использовал антураж таверны как воплощение злого и темного начала, прибегнув к весьма распространенному в средневековых проповедях противопоставлению целомудренного брака в Кане и распутства окружающего мира. Прослеживая, как под кистью Босха трансформируется евангельский сюжет, мы впервые сталкиваемся здесь со сложной системой его мышления. С одной стороны, брак в Кане – это моральная аллегория на тему того, что человек, стремящийся вкусить плотских наслаждений, вынужден платить за это сокровищами своего духа. С другой, это произведение воплощает аскетический идеал жизни, который в созерцании Бога обретает защиту от греховности мира. Обе эти темы будут доминировать едва ли не во всем последующем творчестве Босха.